Для решения проблемы воды в Ходжабек, части города Нинацминда, в селе Делив, устанавливается насос. Отметим, что для решения проблемы воды на улице Ереваняна 2 месяца тому назад была проведена новая добавочная водопроводная линия, но проблема воды так и не решилась. Сейчас жители надеются, что после установки насоса проблема воды решится. На данный момент проводится установка насоса. На это нужно не более 3 дней. Решится ли проблема воды, покажет время.